Всем привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Бани Тильда. Один из подписчиков попросил меня связать какой-нибудь костюмчик либо комбинезон. Я связала костюм, но комбинезон мы тоже свяжем. Костюмчик вяжется легко, он здесь с таким узором, это ленивый жаккард. Вяжется он очень легко, справится любой. Здесь на 4 пуговичках. Видео я разделю на 2 части. В первой части мы с вами свяжем кофточку, во второй части мы свяжем штанишки. Также обязательно я свяжу какие-нибудь ботинки, может быть, кроссовки, в общем, какую-то обувь под этот костюм, ну и также шапочку. Поэтому подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Итак, для того, чтобы связать нам сначала кофточку, нам понадобится пряжа. У меня, как видите, это джинс от Yernard, спицы номер 2,75. Можно использовать прямые, я буду вязать на круговых. Также нам понадобится крючок номер 3, я возьму 4 пуговички. Также понадобится иголка, ножницы, ну и, возможно, кому-то понадобятся маркеры. Для начала давайте наберем привычным для вас способом 36 петель. Я буду набирать пряжи серого цвета. После того, как набрали мы 36 петель, нам нужно провязать 3 ряда платочной вязкой. То есть все 3 ряда лицевыми петлями. Первую кромочную мы всегда снимаем, последнюю петлю кромочную провязываем изнаночной. Итак, давайте провяжем 3 ряда лицевыми петлями. Так, у меня 3 ряда провязаны лицевыми петлями. Серую нить я отрезала, она мне пока больше не понадобится. Присоединяю нить другого цвета. И здесь первую кромочную я провяжу, чтобы ввести новый цвет. В этом ряду мы начнем делать прибавки возле регланных петель. Первый ряд, извиняюсь, четвертый, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Это будет наша кромочная петля. Делаем накид, сначала вот такой. Далее, здесь вы можете повешать маркер перед каждой регланной линией, чтобы не терять их. Дальше вяжем регланная петля. И теперь делаем вот такой накид. Дальше вяжем 5 лицевых рукава. 1, 2, 3, 4, 5. Опять делаем накид. Здесь можете повешать маркер. Дальше регланная петля и опять накид. Далее вяжем 10 лицевых петель переда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опять делаем накид, провязываем регланную петлю и делаем вот такой накид. Вяжем 5 лицевых петель рукава. 2, 3, 4, 5. И делаем опять прибавки. Регланная петля и прибавка. Вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И последняя кромочная изнанкой. Переворачиваем на изнаночную сторону. Все петли мы будем здесь вязать изнаночными.
петли накиды, которые мы провязывали, нам их нужно провязать скрещенной петлей, чтобы не было дырочек. Первую петлю снимаем, вяжем изнаночной, 2, 3, 4, 5. И вот наша первая петля. Смотрите, здесь она лежит к нам стенкой как бы туда. То есть, если мы сейчас провяжем за эту стеночку, за которую охота провязать, у нас образуется дырочка. Нам нужно провязать ее скрещенной петлей, поэтому мы будем вязать ее за вот переднюю стенку. Далее кромочная петля. А здесь она, видите, как лежит? То есть здесь ее нам нужно провязать за заднюю стенку петли, вот, которая прячется. Так, ее поднимаем и провязываем изнаночной. Давайте покажу еще раз. Петли рукава вяжем, 2, 3, 4, 5. И вот она опять скрещенная, нам ее нужно провязать, ой, скрещенная. Вот наша петля прибавки, нам ее нужно связать за переднюю стенку петли. Регланная. И вот эту петлю после реглана вяжем за заднюю стенку. Подхватываем и провязываем. И так провязываем до конца ряда. Все изнаночные ряды будут вязаться без прибавок по рисунку изнаночными петлями. Шестой ряд. Первую кромочную снимаем. Вяжем 6 лицевых. Раз. Два. 3, 4, 5, 6. Вот и наша кромочная петля. Делаем накид. Провязываем кромочную петлю. Накид. И вяжем 7 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опять делаем накид, кромочная, регланная петля, накид, и дальше вяжем уже 12 лицевых переда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Делаем накид. Регланная петля. Опять накид. И вяжем 7 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, накид, петля реглана, накид, далее 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, и последняя петля кромочная. Изнаночный ряд вяжем как пятый ряд, все петли изнаночные, накиды провязываем скрещенные. Восьмой ряд. Кромочную снимаем, вяжем 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Кромочная, что ж такое, регланная петля, накид, далее вяжем 9 лицевых петель рукава, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Накид. Петля реглана. Накид. Далее вяжем 14 лицевых петель переда. Раз, два, три, 13, 14. Делаем накид. Петля реглана. Опять накид. Далее 9 петель рукава. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее накид. ЧП. Петля реглана. Накид. 7 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и последняя кромочная петля. Далее переворачиваем и вяжем изнаночный ряд по рисунку. Итак, на данный момент мы с вами провязали 9 рядов, это вместе с последним, с изнаночным. Давайте самостоятельно провяжем еще 4 ряда с прибавками. То есть в общей сложности вместе с изнаночными рядами у нас нам нужно провязать еще 8 рядов. Перед каждой регланной петлей делайте прибавку, после регланной петли прибавку и так со всеми регланными петлями. Изнаночные ряды вяжутся по рисунку. Не забываем вязать накиды скрещенной петлей. Провяжите этих 8 рядов самостоятельно. Итак, 17 рядов у нас провязано. На данный момент у меня на спицах 92 петли. В этом следующем ряду нам нужно отделить рукава от спинки и переда. Для этого я приготовила бросовую нить, вдела ее в иголочку. Итак, приступим. Первую петлю кромочную мы снимаем. Далее вяжем 13 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. То есть петлю реглана мы захватываем на петли спинки. Дальше 19 петель рукава мы снимем на нить. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцать, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Так, петля рукава я сняла. Отрежем нить и закрепим ее, чтобы петли не убежали. Готово. Теперь на правую спицу нам нужно набрать 5 воздушных петель подреза. Набираем таким способом. Раз, два, три,
два, три, четыре и пять. Дальше вяжем 26 петель переда. Раз, два, три, четыре, три, 24, 25 и 26. И поступаем с этим рукавом точно так же. 19 петель снимаем на бросовую нить. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 19. Все. Здесь я также завяжу. Теперь также здесь набираем 5 воздушных петель подреза. 1, 2, 3, 4, 5. И заканчиваем наш ряд лицевыми петлями также. Довязали лицевой ряд. Теперь вяжем изнаночные. Все вяжем изнаночными петлями. Петли подреза вяжем скрещенными петлями. Вот наши петли подреза. Провязывать их будем за переднюю стеночку. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Итак, вяжем до конца ряда. Итак, довязала я изнаночный ряд. Вот что у нас получается на данном этапе. Теперь давайте провяжем один ряд лицевой и один изнаночный. Провяжите их самостоятельно. Итак, провязала я два ряда. И в этом 22 ряду нам нужно сделать с вами 4 прибавки. Кромочную снимаем. Вяжем 9 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А из 10 петли мы вывяжем 2 петли. Сначала я вяжу петлю за заднюю стенку, петлю со спицы не снимаю, и теперь еще одну петлю провязываю за переднюю стенку. И теперь снимаем со спицы. Дальше вяжем 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в 10 петлю мы провязываем также 2 петли. Сначала за заднюю стенку. Петлю не снимаем и потом за переднюю стенку провязываем и петлю снимаем. Дальше вяжем 20 лицевых. 1, 2, 3, 18, 19, 20. В
Следующую петлю вяжем также прибавку. Сначала за заднюю стенку петли, а потом за переднюю. Далее вяжем 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в 10-ю вяжем последнюю прибавку. За переднюю стенку, затем за заднюю. И довязываем этот ряд до конца. Итак, 22 ряд с прибавками мы связали. Сейчас нам нужно связать изнаночный 23, а далее с 24 по 29 ряды, то есть 6 рядов, нам нужно провязать лицевой гладью. Это один ряд лицевой, один изнаночный, лицевой, изнаночный. Провяжите их самостоятельно. 6 рядов лицевой гладью, без прибавок. Итак, провязала я 6 рядов лицевой гладью. Кстати, на этом этапе вы можете контролировать длину вашей кофточки. Если вы хотите, чтобы она была подлиннее, можете связать чуть больше рядов. Если меньше, то, соответственно, меньше рядов связать. В общем, советую вам при вязании всегда мерить изделие на игрушку. Итак, 30 ряд. Мы присоединяем нить другого цвета, эту мы не отрезаем. У меня это серая нить. И нам здесь, в этом ряду, нужно сделать одну прибавку. Того требует наш узор. Кромочную провяжу, чтобы ввести нить серого цвета в вязание. И свяжем с вами 9 лицевых и сделаем прибавку. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И здесь сделаем прибавочку из одной петли. Вывяжем 2. Сначала за заднюю стенку, а потом за переднюю. Дальше довяжем этот ряд до конца. Затем провяжем изнаночный ряд, еще один лицевой и еще один изнаночный. То есть после этого ряда нам нужно будет связать еще 3 ряда. На этом этапе я вам хочу показать, как я поступаю с нитью другого цвета, чтобы она также тянулась за вязанием. Чтобы когда мы начали ей вязать, здесь не было большой такой петли, расстояния. Каким образом я с ней поступаю? Я просто их перекрещиваю. То есть мне сейчас нужно начинать опять вязать ряд серой нитью, и я просто нить кораллового цвета ложу на серую нить. И начинаю вязать уже серой пряжи. И тогда наша коралловая нить будет тянуться вверх вместе с нашим вязанием. И тогда здесь не будет потом вот такой вот перетяжки, вот этой длинной петельки. Просто ложите ее поверх серой цвета. Итак, ряды у меня провязаны. В этом 34 ряду мы будем вывязывать наш узор. Для этого поднимаем нить. У меня кораллового цвета, серую я положила поверх. Кромочную снимаем, дальше вяжем 3 лицевых, 1, 2, 3. Четвертую снимаем, нить за работой. И опять 3 лицевых, 1, 2, 3. Четвертую петлю снимаем, нить за работой. И так вяжем до конца ряда. 3 лицевых, четвертую снимаем, нить за работой. И опять 3 лицевых, четвертую снимаем, нить за работой. Ряд мы должны закончить 3 лицевыми, ну и одной кромочной, конечно. Итак, следующий ряд. Вяжем кромочную, снимаем. Далее вяжем 3 изнаночных, 1,
два, три. Четвертую снимаем нить перед работой. И опять 3 изнаночных. Раз, два, три. Четвертую снимаем нить перед работой. И так вяжем до конца ряда. Раз, два, три. Четвертую снимаем нить перед работой. Раз, два, три. Четвертую снимаем нить перед работой. Итак, вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас должно остаться 3 изнаночных. Следующий ряд. Я поднимаю нить серого цвета. Так, где она у меня? Следующий ряд вяжем таким образом. Так, провяжу, чтобы ввести. Вяжем изнаночная. Угу. Изнаночная. Следующая лицевая. Опять изнаночная. Лицевая. Весь ряд будем вязать изнаночная, лицевая. Но хочу обратить ваше внимание, что вот эта вот серая петля, которую мы снимали, она должна провязываться всегда лицевой петлей. Итак, вяжем этот ряд до конца. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Следующий ряд вяжем все петли изнаночными. Довяжите этот ряд до конца самостоятельно, просто все изнаночные петли. Итак, вот что у нас получается на данном этапе. В следующем ряду мы будем смещать наш узор. Берем нить кораллового цвета. Вяжем кромочную, я провяжу. Дальше 1 лицевая. Следующую петлю снимаем, нить за работой. А дальше до конца ряда вяжем 3 лицевых, петлю снимаем, нить за работой. И так до конца ряда 3 лицевых, петлю снимаем, нить за работой. Довязали этот ряд, изнаночный вяжем. Кромочную снимаем, 1 изнаночная, следующую петлю снимаем, нить перед работой. И дальше до конца ряда 3 изнаночных, следующую снимаем, нить перед работой. 3 изнаночных, следующую снимаем, нить перед работой. И так до конца ряда. Итак, довязала я этот ряд. Кстати, здесь мы можем уже вот эту нить у меня, которая кораллового цвета, обрезать. Сейчас нитью серого цвета вяжем. Так, кромочную я провяжу. Так как эта петля у нас должна быть лицевой, значит, мы эту провязываем изнаночной. И вяжем до конца ряда изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Так до конца ряда. Следующий ряд провяжите все петли изнаночные.
Так, ну что ж, закончил я и изнаночный ряд. Вот какой узор у нас получился. Теперь давайте этой же нитью, у меня серая, провяжем 3 ряда. Один лицевой, один изнаночный и один лицевой. Закрывать петли будем в изнаночном ряду. Давайте провяжем их самостоятельно. Итак, все ряды я провязала. Теперь буду закрывать петли. Я буду, как всегда, закрывать крючком. Я взяла крючок номер 3. Вы, конечно, закрываете петли удобным для вас способом. После того, как закроете петли, нить не обрезайте. Давайте закроем петли. Итак, я закрыла петли, но я все-таки зря их закрыла с изнаночной стороны, поэтому мне придется нить обрезать. Вы же провяжите еще изнаночный ряд и закройте его в лицевом. Это чтобы не обрезать нить и начать уже делать обвязку и вывязывать петли под пуговички. Я сейчас нить обрежу и присоединюсь сюда. Итак, я взяла крючок номер 3 и буду делать обвязку. Ввожу крючок под первую петлю, закрепляю и будем обвязывать столбиками без накида за кромочные петли. Итак, это второй, и вот сюда сделаем петличку. Столбик, и потом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, я думаю, мне 8 достаточно будет. В следующую кромочную петлю вяжем столбик без накида. Это будет первый, второй, третий, четвертый, пятый, и с шестого начинаем делать петличку. Опять набираем 8 воздушных петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и опять также вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И здесь вывязываем петличку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, это у нас третья петличка. 1, 2, 3, 4, 5, и в шестую вяжем последнюю петличку. 1, 2, 3, 4. Пять, шесть, семь, восемь. Все, наши петельки под пуговицы готовы. Дальше, чтобы не обрезать нити, перейти на эту сторону, давайте вот здесь по горловине пройдем просто соединительными петлями. Сюда я еще свяжу один столбик без накида. И перейду вот к этим, вот они, вот эти верхние петли. Перейду к ним. И провяжу по всей горловине соединительные петли.
Я провязала по всей горловине, перехожу на эту сторону и буду вязать столбиками без накида. До конца. Здесь, когда я дойду примерно до сюда, вот эту ниточку, которую отрезала, я ввяжу ее в вязание. Кстати, вот этот, да, вот эту тоже можно вязать, чтобы лишний раз не прятать кончики, вяжем их сразу. Так, ну, я довязала. Сделали полностью обвязку. Так вот аккуратненько смотрится. Сейчас изделие заворачивается, но потом, когда мы его постираем и отгладим, оно уже заворачиваться так не будет. Теперь давайте приступим к рукавам. Итак, я подняла петли рукава на спицу. У нас здесь 19 петель. Присоединяю нить серого цвета и провяжем 2 ряда лицевыми петлями. Так. В общем, давайте провяжем 2 ряда лицевыми петлями. И да, забыла вам сказать, что когда будете присоединять нить серого цвета, оставить здесь достаточно кончика нити, чтобы мы потом могли пришить наш рукав. Итак, в итоге 2 ряда я посчитала мало, и я связала еще 2 ряда. То есть в общей сложности у меня здесь провязано 4 ряда. Сейчас я беру крючок и буду закрывать петли. После того, как закроете петли, оставьте также достаточно нити, чтобы нам можно было за счет нее пришить рукав к изделию, к самой кофточке. Итак, я закрыла петли, вдела ниточку в иголку и покажу, как я их пришиваю. Прикладываю сюда. И будем пришивать не вот за эти петли подреза, у нас тогда здесь будет видно серую нить, а на ряд пониже, вот сюда, вот к этим петлям. Вот они. И обычным способом пришиваем наш рукав. Естественно, с другой стороны и с другим рукавом поступить точно так же. Оно, то есть, не чуть-чуть видно, но оно смотрится более аккуратно, чем если бы мы пришили за петли подреза. Здесь я ниточку закреплю. И спрячу под этими петельками. Отрезаю нить. Все остальные ниточки я спрятала. Здесь я тоже сейчас рукав пришью. Ну и все. Мне останется пришить только пуговички, постирать кофточку, отгладить, связать, конечно, штанишки, и костюмчик будет готов.